КНДР готова к переговорам США, об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с северокорейской делегацией. Какие именно темы могут быть затронуты в ходе переговоров, неизвестно. Сообщается лишь, что в официальном Пхеньяне считают, что развитие отношений между северной и южной частями полуострова, а также между КНДР и США взаимосвязаны. Отмечу, на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане глава делегации КНДР находился в одной ложе с президентом Южной Кореи, дочерью американского лидера Иванкой Трамп.